большой привет. Кирюша настоящий мужичок. Сейчас сдавал кровь из вены. Прям даже не пикнул. Кирилла завезли в школу. Я учительницу предупредила, что мы опоздаем. Может быть, на один, может быть, даже на два урока. Ты пошел на занятия. Приехали мы домой. Смотрите, Олег уже лестницу сделал. Ее осталось покрасить. И ступеньки это пока временные. Пань, ну что ты, пошел на второй этаж? Ну давай. Привет там передавай. Ой. Че, Вань, скоро здесь твоя комната будет. Часть досок сюда перетаскал. Вот этот именно вход сделали для того, чтобы стройматериалы можно сюда было без проблем. То есть не через весь дом таскать. Так как вход на второй этаж у нас там практически около зала. Вот чтобы через дом не таскать стройматериалы, сделали вот этот вход с гаража. Ну и запасной выход, вход на второй этаж, я думаю, никогда не помешает. Должен быть. Здесь рядом будет папин кабинет. Как раз из гаража в кабинет, из кабинета в гараж. Лестницу сделала точно такую же, как у нас на терраске. А, и еще не только, чтобы стройматериалы туда таскать, чтобы строительный мусор оттуда вытаскивать тоже. Не через дом, а через гараж. Мы с Кирюшей приехали в спортшколу. Документы я все собрала. Ой, какой ветер. Заполнила я все документы. Первая тренировка у него в пятницу. Кирилла папа отвез к логопеду. Так просто получилось, у нас совпало. Я поехала заявление писать, а он к логопеду его повез. Так, ищем кимоно. Приехали вот тут два рядом спортивных магазина. Сейчас посмотрим там. Купили мы кимоно. На рост 145, был еще 140, но нам сказали, что он еще сядет при стирке. На обед готовлю я борщ, достала говядину, она уже сварилась, говядина на косточке. Сейчас буду отделять мясо от косточки и отправлю все обратно в борщ. Зажарки делала двойную порцию, эта порция сейчас остынет, и я отправлю в морозилку, то есть до следующего борща, чтобы мне потом сэкономить свое время. А вот одну часть отправила в борщ. И я нашла все-таки держатель. Вернее, как это нашла? У нас появились в продаже, в нашей вот ближайшей пятерочке к дому, появились в продаже вот такие вот держатели для губок. У меня точно такой же, но только в другом цвете есть. Я вам его показывала, я его регулярно там отмываю, мою. И все-таки уже надо его поменять. Но такого варианта не было у нас в продаже. Мне девчонки там советовали в комментариях, чтобы я через Валберес поискала, на Озон. Да, там есть такие, но я что-то зашла как-то. Там цена была 350-450 рублей. Я думаю, что-то это как-то дороговато для держателя для губок. Это по 150 рублей в пятерочке. Сейчас они появились там. Вот я себе новенькую, но только вот в оранжевом цвете взяла. Качество замечательное, мне нравится. Кстати, там на Валберес были разные варианты. Были с прямым, вот такой вот застежкой с прямой. Вот так вот она стоит. Такой вариант не очень удобный. Я корзинку для губ купила с прямой застежкой и отнесла он ее в ванную комнату. Она там у меня с губкой лежит на раковине. То есть застегивать ее именно вот так вот на кран, на трубу вот именно, неудобно. А этот такой, видите, согнутый вариант, она прям плавненько там, как влетая, на этой раковине висит. Вытяжка рычит вовсю. Борщ, ну, уже почти готов. Я сейчас буду его уже выключать. Все, что нужно, я туда добавила. И варится свекла. Хочу сделать винегрет. Ванечка сейчас у нас на дневном сне. Я тут все своим уже приготовила. Сейчас будут обедать. Всем, кто сейчас кушает, завтракает, обедает или ужинает, всем приятного аппетита. Заезжала в канцелярский магазин. Сейчас покажу, что прикупила. Себе несколько кисточек. В основном это синтетика. Ну, для того, чтобы рисовать на креме, на мастике. Где-то тут только пони одна записалась. Вот одна только единичка пони.
Я люблю в основном синтетику, потому что она не так лезет, как натуральные кисти. Кисточки мне давно надо уже было обновить, но я как-то к ним привыкла. Вот, например, у меня есть такие вот кисти двоечки. И вот здесь, вот смотрите, есть сейчас нейлон. Ну, даже вот пони однерку и нейлон однерку сравнить, вот эти двойки, они даже тоньше. Но я их еще подрезаю. То есть у меня есть кисти, которые... Они сами по себе достаточно тонкие, но мне этого недостаточно, и поэтому я тут в круговую вот этот ворс убирала ножничками маленькими. И поэтому толщина меня их устраивает, и я не могу их, с ними расстаться не могу, от них отказаться. На креме, кстати, удобнее всего рисовать именно вот такими вот плоскими кистями. Не круглыми, вот как вот эта кисть, а плоскими. Вот, смотрите, тоже хороший вариант, что это четверка. И самые распространенные у меня это вот такие вот семерочки. Это из толстых кисточек. Так, ну сегодня я свой барахло там разберу кисточки и повыкидываю там несколько штук. Себе же еще взяла вот такую вот резиночку и маленькие пацанам. Резинки, точилки, это как расходный материал у нас. Я не знаю, куда они их девают, кого я там снабжаю констоварами, но они у нас прям улетают на раз-два. Это как у всех, наверное, детей. То есть ты кладешь в пенал все, что необходимо, но потом ребенок приходит со школы, там у него остается только половина из того, что было. Вот такие вот маленькие карандашики. Это Ванюша. Прям вот такие вот малыши. А третий формат листы это Кириллу. Вчера сунулась, а у него там один листочек остался. Вот такой вот большой, 10 листов здесь взяла ему. И тоже смотрю, куда-то дел свой стаканчик. Еще ему стакан. Это очередной альбом Ванечки. Я ему тут в машине показала. Он его уже тут пожамкал маленько. Кису начал он тут целовать. Или что он там делал с кисой, не пойму. В общем, очередной альбом. Ваня большой любитель изобразительного искусства. Акварельные листы это в основном для меня. Ну вот, а четвертого формата. И вот смотрите, я еще там что нашла. Калька бумажная, а четвертый формат 20 листов. Это вот, чтобы мне не на пергамент переводить. Смотрите, через эту кальку все прекрасно видно. Это для того, чтобы рисовать на мастике. То есть изображение переношу на пергамент, а потом, соответственно, на мастику. А так как пергамент белый довольно-таки редко, ну, мне попадается, то, ну, обычно такой коричневый, светло-коричневый, и через такой пергамент ничего не видно. Вот теперь вот буду через такие листы переводить изображение. И взяла еще на пробу, будем пробовать с Олегом на фотобумаге, на матовой, печатать фотографии. Наши фотки, то есть у меня давно уже лежат рамки, которые нужно заполнить фотографиями и повесить уже на место, где они должны висеть. Но мы хотели именно сами напечатать фотки. У нас есть лазерный принтер цветной. И вот только вот бумагу все забывали купить. Это она мне попалась на глаза. Я ему позвонила, он говорит, да, бери самую плотную. И получилось, что из матовых вариантов вот 230 плотность, это была самая большая. И забыла показать, вот такую вот пастель я себе купила. Это не самый дорогой вариант. То есть из средней ценовой категории петербургская пастель. Это я себе купила. 18 цветов. Нам просто с Кирюшенькой надо дорисовать тут работу для выставки школьной. Мы ее просто еще не разукрасили. Вот я так подумала, что мы сначала акварелью разукрасим, а потом я еще добавлю вот пастелью тенюшки. Ну, где-нибудь такие вот элементы выделю пастелью. И еще хочу вам показать такую красоту. У меня обновочка. У меня теперь новая вот такая вот шапочка. Уход за изделием. Такая вот открыточка здесь в коробке. Это ручная вязка. Вяжет такие изделия Оля. Это рукодельница из нашего маленького городка. Я Олю знаю очень давно. Мы с ней учились в одной школе. А с ее младшей сестрой я сидела вообще за одной партой в 10 классе. И первое изделие вязаное, которое я заказала у Оли, было связано для меня еще 15 лет назад. То есть еще до рождения Никиты я у нее заказывала кофту. Сейчас я пойду на улицу фотографироваться. Сейчас бирочку вот эту только уберу. Хочу сфоткаться в новой шапочке. Шапочка весенняя, то есть весна, осень. И еще я заказала для Ванюши и для
Кирилла шапки. Но они будут готовы немножко попозже. А эту шапочку я заказала еще до 8 марта. Вот, забрала ее. Смотрите, какая классная. Все изделия Оля красиво упаковывает. Так вот, все это было в коробочке. И с такой вот открыточкой милой. Я всегда поддерживала и поддерживаю наших рукодельниц. Заходите к Оле на страницу в Инстаграм, я оставлю ссылку в описании. Посмотрите, получите, во-первых, эстетическое удовольствие, ну и, может быть, для себя что-то присмотрите, интересные модельки, а Оля для вас свяжет. Она отправляет по почте, по всей России. Ванек там пришел играть со своими игрушками. Я сейчас Кирюшу попрошу, он за ним посмотрит, а сама пойду пофотографируюсь на улице при дневном свете, потому что цвет здесь немного... шапочки другой, камера искажает. Вот такая вот у меня теперь шапочка. Сейчас сфотографировалась. Мне очень нравится, и цвет мне нравится. Я сама выбирала и модельку, и цвет прислала Оле. Это добровольная реклама, я очень хочу, чтобы Олина... Она меня не просила оставлять ссылки, я просто очень хочу, чтобы ее дело продвигалось, и они знали за пределами Октябрьска. И еще Ванюша, я тоже нашла шапочку прикольную с бомбончиком таким из меха кролика. Вот такую вот шапочку она сейчас нам вяжет. И для Кирилла она заказала пряжу. Кстати, пряжу, которую использует, она наивысшего качества. Кстати, она мне говорила, как называется пряжа. Я вот сюда, наверное, текстом введу, потому что я не запомнила название. И для Кирюшиной шапочки она заказала как раз пряжу желтого цвета. Кирилл захотел желтую шапку весеннюю. Вот скоро она свяжет пацанам моим, и я вам тоже покажу. Мы с Ваней гулять собрались, а Никита с Олегом там на втором этаже. Ремонт делают. Прям-таки ремонт. Ну все, не мучайте ребятенка. Поехали, Ванюш. Солнышко просто садится уже. Ванюш, поехали? Отталкивается. Едь, едь, мам, не отвлекайся. Больно долго солнышко садится, мы уже круг целый сделали. Оно все никак не сядет. Так спокойно на улице. Ванька, туда-сюда. И чё? Сейчас около дома походим. Здесь не будем, ты подскользнешься. Звали Кирилла с собой погулять. Говорит, нет, я лучше к папе с Никитой пойду на второй этаж. Чё, говорит, я с вами там буду ходить. На детскую площадку вы все равно не поедете. Сейчас весна начнется, и будем и на детскую площадку ходить. Велосипеды наконец-то выкатим. Мы вот только недавно обсуждали. Быстрее бы уже на великах. Че такой загадочный? Ванюш, ты обиделся опять, что ли, на маму? М? Будешь вылазить? Ты че такой спокойный, как никогда? Ну ладно, отстану. Че там, строители наши домой зашли? Что-то не слышно, не видно, наверное, домой зашли. Опа, пойдем спускаться. Это Никиткин скейт. Достал он его. Соскучился он уже по скейту. Да не трожь его, Кирюш. Ой, Ваня, не трожь его. Он пыльный, давай, идем сюда. Нет, докопался до него. Встает. Ванюш, ты же сейчас упадешь, расшибешься. Сына. Ванюш, пойдем. Не убегай от меня. Пойдем. Давай ручку. Побежали Кирилла догонять. Кирюша, будем догонять? Побежали.